Znači, ulica je uvijela da ti ekstra sensa, no se rano dok te ne dođeš da bolaš na ljudi. Читаю список на Чикатило. Фамилия. Шестого на Чикатило звонит. Вот отсечение. Присоединяйте аккуратно. Thank you.
что на вторник, так, чтобы их совместить. Рома, давай немножко вспомним. Отвращение мне вызывали ее жить. Я мать, у него есть сестра, у него есть семья, у него все, мы заинтересованы в том, чтобы нам вернули нормального человека. Я не рукой пишу, а сердцем пишу я для себя и всех, и на задание, как перцем в стихах, я прожигаю их. Мы провели теоретические расчеты. И мы ожидаем в ближайшие 15-20 лет то поколение, которое сейчас воспитывается в этих условиях, оно даст нам, я боюсь, даст большой пик серийной преступности. Это огромные человеческие жертвы, это психологическое напряжение, это серьезные последствия экономические. Все получилось. Мама у меня мысли было, и я обычно мечтаю, думаю. Хотел как нормальный обычный человек прожить жизнь, чтобы старость была, внуки, поколение. Ну, вот я так.
повернула судьба. Выпустить его на свободу, например. Да, конечно, пусто. Семен, таких вершин я не достиг. Я просто зэк по кличке Ленин, который многое постиг. Из меня сделали животное, из меня сделали, как говорится, общество. Но как-то не сошлось, не поняло меня. Это не меняет сама такое сильное общество, это просто может и родился так, как незаконно обойденный организм пошел с самого рождения кувырком. Вот.
очень умница, не верила этим экстрасенсам, но все равно какая-то надежда была, что мы идем.
идут открыться по шее, всех их не ждут. Рома, давай мы немножко вспомним. Отвращение мне вызывали ежики. Слова. Конечно. Это у вас немного у меня. Эти вещи. Органов. Читаю список на Чикатило. Фамилия. Шестой номер Чикатило звонит. Вот отсечение. Отсечение. Аккуратно. Естественно, был, Yeah.
Но понимаете, это же больные люди. Я мать, у него есть сестра, у него есть семья, у него все, мы заинтересованы в том, чтобы нам вернули нормального человека. Я не укуп нашего сердца, пишу я для себя и всех, и на задание, как перцем в стихах, я прожигаю их. Мы провели теоретические расчеты, и мы ожидаем в ближайшие 15-20 лет то поколение, которое сейчас воспитывается в этих условиях, оно даст нам, я боюсь, даст большой пик серийной преступности. Это огромные человеческие жертвы, это психологическое напряжение, это серьезные последствия экономические. Все получилось. Много мыслей было, и я обычно мечтаю, думаю. Хотел как нормальный обычный человек прожить жизнь, чтобы старость была внуки, поколение. Ну, вот я так жизнь пойду.